всем привет! По результатам голосования и просьбам подписчиков мы начинаем рубрику «Обзор игр». Досмотрите это видео до конца и напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат. Сегодня у нас обзор игры Tower Defense Simulator. А сейчас я вас прошу поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Всем привет! Я слышал, что ты появился в игре недавно. Если не ошибаюсь, 8 мая 2021 года. Пожалуйста, расскажи нам о себе. У меня маленькая дальность, но мощный урон. Я не самый лучший персонаж в игре. Я читал, что ты атакуешь своих врагов, колотя их молотком. Да, я полезен и на высоких волнах. Если меня прокачать до второго и выше уровня, то при ударе я могу нанести урон сразу двум врагам. Это круто. А как тебя получить? Меня можно получить двумя способами. Либо одержать победу в аванпосте 32, или просто купить за 500 робуксов. Расскажи нам о своих преимуществах и недостатках. Я могу нанести большой урон, но имею небольшую дальность и медленную скорость поворота. На уровне втором и выше я могу поразить нескольких врагов. А как увеличиваются твои возможности в зависимости от уровня? Вначале я могу нанести урон не более чем двум противникам за одну атаку, а на уровне пятом до четырех. На третьем и выше уровнях могу замораживать врагов на 2 секунды. На четвертом и выше наношу двойной урон. Я слышал, что ты не видишь невидимок. Да, это так, к сожалению. А что ты посоветуешь моим подписчикам? Советую проходить аванпост 32 с друзьями. В одиночку это очень трудно. Спасибо тебе за участие на моем канале. Надеюсь, мы с тобой еще встретимся. Напишите в комментариях, обзор какого персонажа вы бы хотели видеть на моем канале. Надеюсь, это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь этим видео с друзьями. С вами был Ufgames, всем пока!